Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Мене звати Анна Кравчук. Серпень – це не тільки запашні яблука і останній місяць усіма улюбленого літа. Це ще й період цвітіння небезпечного бур'яну – амброзії. Кожен третій мешканець нашого регіону має алергію на полок цієї рослини. У Дніпрі ж було затверджено програму з виявлення, локалізації та знищення амброзії і інших алергенних бур'янів. Про це нам сьогодні детальніше розповість директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олег Семенко. Ми вас вітаємо. Доброго дня, Аня. Вітаю. Розкажіть ж нам, будь ласка, чим так небезпечна амброзія? Ми всі знаємо, що люди страждають на алергію. Як саме вона проявляється, ця алергія, і чим вона небезпечна? Ми сьогодні зібрались поговорити об амброзії поліналісної. Это карантинний сорняк, который, к сожалению, за последних 30 лет на Украине занял огромную территорию. Говорят, даже амброзия – королева украинских полей. Амброзия появилась в 40-х годах прошлого века у нас на территории и несет в себе массу проблем как для сельского хозяйства, а нас это интересует прежде всего для здоровья жителей. На сегодняшний день количество людей, заболевших аллергией именно на амброзию, по сравнению с 91-м годом увеличилось в 10 раз. И наши врачи, ученые говорят, что буквально через 20 лет каждый второй гражданин Украины будет подвержен этому заболеванию. Это очень серьезная проблема не только для нашей страны, но и в целом для мира. Поэтому весь мир, и мы в том числе, в общем-то, по мере сил боремся с этой проблемой и с этой угрозой и экологической, и угрозой здоровью наших жителей города. Амброзия очень, это инвазивное растение, оно к нам занесено извне. Еще 100 лет назад на территории Украины этого растения не было. Поэтому оно очень агрессивно и, соответственно, очень противостоит практически массе факторов. Цветет, как вы уже сказали, август-сентябрь, начинаются побеги уже в апреле-мае, и буквально за несколько месяцев в высоту они достигают до 2 метров. Кроме того, когда амброзия выбрасывает пыльцу, ученые говорят о том, что до миллиарда растений перед цветения выбрасывает своих капсул, гранул этих семян. Причем это растение думающее, оно носит эти капсулы, они разные по свойствам. Есть для плотных грунтов, есть семена для рыхлых грунтов. И все это продуцирует одно растение. Живут такие семена в почве до 40 лет. То есть бороться с ними очень тяжело. Вы правильно отметили, что в прошлом году, в 2019-м, депутаты городского совета приняли комплексную программу по борьбе с негативными последствиями амброзии. Она рассчитана до 2023 года. Вот. В целом она захватывает несколько аспектов. С одной стороны, это агрономические действия, это механическое удаление, обработка биоактивными веществами, выявление амброзии. Потому что, с одной стороны, мы знаем, что амброзия располагается на заброшенных территориях, но очень часто она располагается вблизи жилых домов, детских дошкольных учреждений. Поэтому сначала необходимо выявить все очаги амброзии на территории города, создать реестр, начинать практически ежесезонный покос, параллельно обрабатывать химическими веществами. И очень важный вопрос – это еще медицинский аспект. Это иммунология, это прививка детей, и это тоже учтено в программе. В целом до 2023 года планируется потратить порядка 84,5 миллионов гривен. В этом году программа начала работать. Были выделены средства на медицину, где-то порядка 2 миллионов, и выделены 10 миллионов гривен для механического покоса, уничтожения амброзии механическим путем.
Кроме того, зрители, наверное, помнят, я месяц назад обещал, что мы самостоятельно, департамент экологической политики, проведет эксперимент на выбранных участках с применением различных отечественных биологически активных, я подчеркиваю, не гербицидов, потому что в городской черте запрещено применение гербицидов. И то, что, допустим, можно использовать гербициды где-то далеко от жилья в карьерах, это один вопрос, а на территории города гербициды применять запрещено. И мы в этом месяце, в начале августа, первых две площадки обработали активным биохимическим составом украинского производства. Это Юнимах, украинский производитель. Академия наук подтвердила все сертификаты качества, все допуски. И вот на следующей неделе мы вместе с украинскими, киевскими учеными будем делать контрольное тестирование этих участков. Но мои сотрудники туда выезжают, и, в общем-то, эффект уже налицо. Амброзия практически уничтожена, теперь они просто посмотрят, насколько сохранился корень, насколько сохранились в земле семена. Но по тем отзывам, которые наши коллеги, этот препарат уже применяется в Одесской области, на территории Днепропетровской области это впервые, а в Одесской он уже применяется в течение 5 лет, то результаты очень хорошие. Поэтому если мы сами убедимся на своей территории, эффективность этого препарата, на следующий год мы его начнем применять. Вот так вкратце. Так, ну ми вже перейшли до самої програми. Да. Я б хотіла нас трішки повернути до амброзії. Я впевнена, давайте, деякі наші глядачі і мешканці міста в цілому навіть не підозрюють, що вони мають цю алергію, тому що можуть сплутати це з звичайною простудою, тим паче влітку, під кондиціонером можна легко підшипити нежить. Як відрізняється алергія на амброзію від звичайної простуди? І як вона проявляється? Ну, з одної сторони, да, вы абсолютно правы, первые симптомы, они действительно похожи на какое-то РЗ, хотя гораздо жестче. Вообще, симптомы, они схожи с сенной лихорадкой. Закладывает нос, горло, слезятся глаза, человек чуть хуже видит, у него насморк, кашель, повышается температура, иногда идут высыпания на коже. Но для того, чтобы четко сказать, что это амброзия или же какой-то другой, вам необходимо обратиться к иммунологам для того, чтобы вам сделали насечки и четко определили. Существует целый ряд препаратов, которые снимают симптомы, но надо всем понять, что на сегодняшний день в мире нет препарата, который лечит аллергию, это амброзия полинолистной. Поэтому единственный метод и единственный способ, то, что мы исповедуем и то, чем мы занимаемся, это максимально локализовать и по возможности уничтожить все посевы амброзии, которые самостоятельно, так сказать, появляются на территории нашего города, ну и в целом по Украине, потому что надо понять одну такую вещь. Семена разносятся в радиусе некоторые 50 километров, а более легкие опыты говорят о том, что до 400 километров, если благоприятные климатические условия, сухо, ветер, нет дождя, они не тяжелеют, до 400 километров семена амброзии. Поэтому это проблема не только города или не только вашего двора и нашего города. Это проблема области и в целом государства Украина. И поэтому очень жаль, что пока на уровне государства такие программы не принимаются. Победить нам ее самостоятельно будет невозможно, но облегчить последствия и уменьшить количество заболевших людей, вот это наша реальная цель на сегодняшний день. Вот так. Ну от як же цей процес відбувається? Процес знаходження амброзії, локалізації і повного знищення. Хто цим займається і як це робить? Несколько источників збору інформації. Во-первых, с одной стороны, у нас есть горячая линия, и я вам оставлю телефоны для использования в своей дальнейшей работе, и журналистам в том числе, куда звонят жители города. И вот только за последнюю неделю у нас таких два случая, конкретно по массиву Солнечному и поселок Чаплин. Они нам указывают точку
амброзии, мы приезжаем, действительно ее обмеряем, смотрим. Если есть возможность, направляем туда сразу бригады, которые их косят. В данном конкретном случае, допустим, по чаплям мы туда вывезли киевлян, которые были в это время у нас в городе, и мы сразу накрыли эту площадку биохимическим веществом, как я уже сказал, Юнимах. Вот, поэтому жители с одной стороны, с другой стороны, безусловно, коммунальные службы города, Зеленстрой, надо сказать, что в борьбе с амброзией очень большое значение имеет правильно сформированный покров, то есть газонная трава плотная ведет к уничтожению амброзии. Поэтому Зеленстрой, вы, наверное, видите в городе, большое количество сейчас разворачивается зеленых газонов. Это не только красиво, но это еще и очень эффективный метод борьбы с амброзией. Поэтому жители, Зеленстрой, Благоустрой, департамент экологии. По закону этот контроль государством возлагают на Держпродержслужбу, поживслужбу. Они ведут реестр всех территорий, зараженных амброзией по Украине. Ну и чем-то занимаются у нас в том числе. Поэтому как минимум 5 подразделений органов власти занимаются выявлением и борьбой с заселением амброзии нашей территории. Ну, от так зараз давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, я мешкаю в будинку, під яким росте кущ амброзії. Він мене не непокоїть, у мене алергії немає, але мої сусіди жаліються, тому що вони хворі на алергію. І я нічого не роблю, тому що мені все одно, мене алергія не мучить. А куди звертатися моїм сусідам, як я розумію, за цими телефонами? І якщо приїде якась служба, чи мають вони право штрафувати мене, яка не винищувала амброзію власними руками, скажімо так? Все, що ви спросили, определено законом. Во-первых, по законам місцевого самоуправління, всі собственники землі, это частный сектор, это арендаторы, коммерческие структуры, промышленные предприятия, за ними, за всеми по благоустройству закреплена территория, которую они обязаны содержать в надлежащем санитарно-экологическом состоянии. И амброзия входит в это число. Поэтому, если эта территория ваш частный надел, если эта территория арендованная какими-то предпринимателями, если эта территория ОСМД или ЖСК, неважно. То есть там, где есть юридические лица, мы однозначно выезжаем и выписываем штрафы, протоколы, административное взыскание. Если же вы житель многоквартирного дома и у вас под окном на первом этаже фактически растет амброзия, и вы ничего с ней не делаете, ну, я думаю, вас соседи поправят. Потому что, как я уже сказал, на сегодняшний день порядка 10-15% населения Украины болеют аллергией от амброзии полинолистной, то буквально через 10-15 лет каждый второй будет болеть этой болезнью. Поэтому просто мы должны проявить сознательность и понимать, что сия чаша никого не минует. Особенно страдают дети, особенно страдают старики. Поэтому я вам уже сказал, с юридической точки зрения все собственники земли обязаны вырывать, выкашивать амброзию. Применять химические вещества? Нет. Они только должны согласовывать с городскими властями. Но, как я уже сказал, мы этим активно занимаемся, и мы это делаем, и будем продолжать делать. Хочу сказать, что на следующий год мы планируем при удачных замерах и при экспериментальных подтверждениях эффективности препарата, в соответствии с тем реестром, который есть, мы в следующем году планируем, если депутаты утвердят, потратить на это порядка 5 миллионов гривен. Такие дела. Ну, от щодо, ви сказали, кожен другий може захворіти, може мати алергію. Як я розумію, від амброзії вберегтися неможливо. Тобто, якщо буде алергія, ніяк себе від цього вберегти не можна. З лікарської точки зору. На сьогоднішній день лікарств від алергії не существує. Но существує цілий ряд препаратів, які облегчають симптоми. І, відповідно,
уменьшают этот негативный удар на организм человека. Поэтому, когда я говорю, что обращаться к иммунологам, там же есть несколько методов. Принимать профилактические препараты, покидать эту территорию, или там, ну, люди есть, выезжают на период цветения из этой территории, потому что в горах, допустим, амброзии нет. Ну, на самом деле, на Украине очень сложно найти такие места, где ее бы не было вообще. Но там на берегу моря, в лесу ее практически нет или гораздо меньше, поэтому человек себя чувствует лучше. А когда в сентябре это проходит, все цветение, пыльца вся оседает, ее смывает, прибивает, выжигает. В октябре люди как бы выздоравливают сами собой. Это сезонное такое заболевание. Хотя, конечно, оно достаточно, ну, серьезно вредит человеческому здоровью, потому что на ее фоне могут развиваться еще дополнительные какие-то. Но это лучший вопрос к медикам задать, не ко мне. Добре. Ну, а розкажіть нам, чим же можуть похизуватися наші комунальні служби, якоюсь, можливо, статистикою, у скількох районах було винищено амброзію цього року? Винищити абсолютно амброзію невозможно. Я подчеркиваю, у нас сейчас идет стратегическая задача – это локализовать и уменьшить эти очаги возникновения. Поэтому ежедневный практически покос на территории города, высадка зеленых насаждений, имеется в виду коврового газона, где-то порядка 2 миллионов потрачено уже на препараты для детей, инвалидов, пенсионеров, атошников. Это там, где люди стоят на учете, и им бесплатно за государственный бюджет, в общем-то, иммунологи дают препараты. Что касается окончательной цифры, то я могу сказать, что ее можно будет подвести там к концу сентября, когда эти все работы будут закончены. Но могу сказать четко, что где-то порядка 30 тысяч квадратных метров высажено только газонов. Вот. А покос идет, в общем-то, счет тоже на десятки тысяч квадратных метров. Но это им занимаются там благоустрой ЖКХ, поэтому лучше точные цифры спросить у них. Добре, я вдячна вам за сьогоднішній наш діалог. Я впевнена, наші глядачі почули дуже корисну і необхідну для них інформацію. Сьогодні до нас завітав Олег Семенко, директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, який розповів нам, чим же небезпечна амброзія, як її зараз вже винищують, локалізують і що треба робити вам. Нам залишили контактні телефони, тож ви можете звернутися за допомогою, якщо вона вам буде необхідна, якщо у вас є амброзія під будинком, ви знаєте, що робити, її треба винищувати, аби не зашкодити собі і своїм сусідам. Бережіть себе, своє здоров'я, дивіться телеканал «Відкритий» і до зустрічі!